В Петрозаводске появятся адресные таблички с названием улиц на двух языках – русском и карельском. Порядок установки указателей утвердила администрация города. Новые указатели будут оформлены в едином стиле. Для табличек установили размер, цвет и шрифт. За основу взяли внешний облик знаков, которые размещали на зданиях Петрозаводска в 50-х годах. Постановление вступает в силу с 1 сентября этого года. После этого в течение 6 месяцев все ранее установленные таблички предстоит привести в соответствие с новыми нормами.